Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как открыть вот такую перцемолку. Многие не знают, как ее вскрыть. Все думают, что она одноразовая, но на самом деле ее можно использовать много раз. Смотрите, нам понадобится вот такая вот отверточка небольшая, шлицевая. Сейчас я объясню, зачем она нужна. И вот такая вот тоже, поширше. Нож здесь не подходит. Смотрите, берем вот сюда, вот так вот поддеваем вот эту вот мембранку центральную. Это и есть та самая крышечка заветная. Вот так ее поддеваем, берем пошире отверточку. И вот так вот идем, и вот так вот вскрываем по окружности. Вот нашему вниманию, нашему обзору предстают жернова, сердцевинка вот эта вот зубчатая. И можно смело засыпать перец горошком. Сейчас я засыплю, и мы проверим. Вот, я засыпал частично. И потом закрываем, но смотрите, закрываем нужно зубчиками. Вот здесь вот, ровненько попасть. И просто вдавливаем. Вот, все. Защелкнули. Все, она теперь работает, никуда она не денется. Давайте проверим, как она мелет, чтобы не было сомнений ни у кого. Вот, вот, как бы вам удобнее показать. Спокойно мелет, вот. Вот таким образом она разбирается. Вытаскивается только вот эта середина, а не то, что вот как некоторые говорят, нужно какую-то выпиливать из фанеры рычаг какой-то, срывать вот эту вот всю байду. Достаточно все проще. Так что, друзья, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. У меня много чего интересного и полезного. Как раз то, что вам всем пригодится. Всем пока!